На конкурс дети читают стихи. «У лукоморья дуб зеленый» Александра Сергеевича Пушкина. Декламирует клуб «Рукодельница». У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью плод ученый, все ходит по сыпи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, тут сапа на ветвях сидит, там на мирных дорожках следы невиданных зверей. Пушка там на куре ножка, стоит без окон, без дверей. Там если долгий день не полный, там на заре приплынут волны. Там лед песчаный и пустой, и 30 визитей прекрасных, чередой из воды моря грязных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимохода, меняя грозного царя. Царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Здрасте! Я там был, и мед я пил,